В зале заседаний попечительского совета состоялся ученый совет КФУ. Заседание началось с торжественного момента. Ректор университета Ильшат Гафур вручил аттестат профессора доктору сельскохозяйственных наук. Наградил сотрудников университета знаками отличия и студентов, ставших победителями конкурса научно-исследовательских работ и победителей конкурса «Умник». На встрече обсудили итоги приема студентов в 2016 году и подготовку к приему в 2017. На повестке дня конкурсный отбор на должности, представление к присвоению ученых званий и обсуждение волнующих вопросов о качестве образования. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.